позабавимся. Черт! Шумно. Смайлик, погоди-ка, дай я возьму его баксы. Пригодятся. Давай быстрее. Эй, Смайлик, ты сейчас охренеешь. Это не твоя двоюродная? Будешь долго подыхать. Где ты это взял? Нашел! Я правда, правда нашел! Да, он задал это! Где? В парке! Нашел в парке! Где? В парке МакАртура! Ну все! Что закрыл? Мне не видно! Не надо! Прошу, я... Заткни свою пасть, если веришь в Бога! Молись послушай последний меня. Раз! Послушай, эта девушка была в беде, правда! Я увидел, как два наркомана хотели ее изнасиловать! Клянусь, что? Я помешал им! Ты врешь, ублюдок! Клянусь! Врёшь. Я помешал им! Нет, не вру! Нет, врёшь. Не клянусь! Ее насиловали! Не ври мне! Я им помешал! Не убивай меня! У меня маленький ребенок! Не убивай! Да хватит орать! Качай его! Не надо! У меня дочка! Иди. Дочка! Я тебя выведу на чистую воду. Она моя двоюродная сестра и ни в чем не замешана. Ее никому нельзя трогать. Ты облажался. Если ты врешь, поимеешь в штанах яичницу болтунью. Алло. Привет, Летти. Чем занимаешься? Привет, Смайли. Ничем, уроки делаю. Тебе позвать, Тони? Нет, нет, мне ты нужна. Ты была сегодня в школе? Да, была. Весь день? Не прогуливала? Нет. Нет, я побывала на всех уроках. А что? Я слышал другое. Что? С копом не имела дела? Нет? С чего бы нет? Так говори, что там было, и не смей мне врать. Ладно, на меня напали два наркомана. На тебя напали? Да, наверное, хотели изнасиловать. Один успел меня ударить, но ничего не было, потому что появился коп. Они его чуть не прикончили, но он им здорово врезал. Как выглядел тот коп? Белый паренек, довольно молодой. Ты точно цела? Да, ничего не было. Летти, что? Потом обсудим все подробно. Хорошо. Пока. Ну что там было? Будешь мочить его? Парень сказал правду. Жизнь полна сюрпризов. Кто бы мог ждать такого от копа? Сиди. Ты действительно спас мою сестру. На, завяжи голову, а то заляпаешь пол. Сам понимаешь, бизнес есть бизнес.